Skills 82. Со старого района. Старый район. Йо-йо. Зачем я сюда пришел вообще? Меня сюда привела чайная волна. Это во-первых. А во-вторых, поток моих мыслей привел именно сюда. Что я и вам тоже советую. Приходите и познакомимся, попьем чай, расскажите о себе, ну и вообще как дела. Вам всего лишь надо продержаться, как и мне, 5 минут. За эти 5 минут можно рассказать многое о чем. Что творится в мире, что пишут книги, какой чай заваривают, как лучше вообще его подавать. Ну, это все философия. Главное не молчать. Вот что первое надо сказать. Я говорю, вот сейчас настрою рифму, я буду продолжать рифмовать. Что творят на районе, вообще любят частушки и рифмоплечи. Вообще любят попоездить на подъездах, покурить, пынчики покидать, семечки поплевать, чай попить, на лайте попить, покайфовать. Ну, как и я люблю покайфовать. О чем речь вообще говорить? Я кайфую, вы кайфуете, да, мы все кайфуем. Если хочешь кайфануть, приходи сюда. Еще раз повторю, попей чай здесь, прямо в ТПН Хабс, на 7-м этаже. Поднимайся смелей, не робей, сила у тебя есть. Я так думаю, по-любому есть. Так что чай, подходи, забирай, он твой. Если ты продержишься 5 минут, как я, да я уже 10 минут страшу, это уже просто. Вторая запись пошла сверху. Йо-йо, а также, пользуясь моментом, этому городу Риге передаем привет. Мы его любим, мы любим этих всех жителей. Да, вообще мы все любим. Мы такие пессимисты, мы любим этот мир. Все, я уже плету, ладно. Говорю дальше. Ведь оно еще 3 минуты целых. Еще можно сказать о поэзии. Можно о чае сказать, он бывает разный, сырой, ферментированный. Есть имбуанин, есть дахунпао, красный халат. Совсем как китаец, почти я вижу в этой ситуации, кроме красного халата-то нету. Есть брате еще, кстати, мне очень нравится, с Аргентины, бразильский есть еще, но такой ядреный, но совсем хорошо. Мне нравится аргентинский, а он самый такой, свеженький, вкусненький, такой колопан, газовый, чпок-чпок. 80 градусов только залил воды, и будет все нормально. Попил, побулькал, силу поднял, тонус побежал, до джима дошел, джим-джим, развернулся обратно в чайную пришел. Чайный уже пуэрщик отогрелся, ферментированного такого Юра тут замутил. Ну ладно, а что с утра? Девушкам лучше сигуанин по утра. А рука зеленый такой. Свет, аромат цветов, скажем так. Да, что у меня, поэзия мне в голову теперь лезет. Все, чая, возьму поэзия о чем-нибудь. Да, ну и поэзия, лучше порифмовать просто так. Рифмы они такие, как черенки. Кто залезут, то вылезут. Вообще, главное не быть гнилым яблоком, вот что внутри, а ты не сейчас живешь изнутри. Вообще, это очень-очень долго и трудно, еще минуты, нет, две? Скажите мне, я расскажу вам еще что-нибудь о себе. Но еще я живу в этом городе Риге уже слишком очень давно, 25 целых лет. Я прошел этот город от Балдырая до Плявники, от Завникалса до Юглы, где я только не был вообще на этом городе. Я все под боковуки, все эти прошел. Теперь я до сюда тоже дошел. Теперь моя нога здесь будет я раз поставлять свой печаток на этих лестницах до 7-го этажа, то поднимаюсь я вверх. Ну вот как оно бывает. Уже сил нет, уже чай, уже пора. Пора дохупал, пить, наверное, красный халат. И все такой ароматный. А вечерком что еще? А вечером еще стаканчик такой. И еще кипяточку, пожалуйста, еще нам. У нас заканчивается, завайка может повторить. Да без проблем, можно еще налить. Еще налить, еще раз налить. Еще. Главное не останавливаться. У тебя есть 3 секунды вздохнуть, еще глоток. И еще раз глоток. И целую минуту продержаться. Ты готов? Я готов, и ты значит готов. Если я это сделал, значит и ты готов повторить. Давай смелей, не робей. Поднимайся на 7-й этаж, будь смелей. Ведь рифму эту качать не так же просто, как думается так. А не, на самом деле все просто, как поднять кружку стакана чая, сделать глоток, вздохнуть с облегчением, и ты готов, раз, и все готово. Ну ладно, ну что там, уже у меня пошла уже 6-я
минута. Ну ладно, может до седьмой. Договорю я, язык мой такой. Люблю болтать вообще по вечерам со своими друзьями или в хорошей компании. Да без разницы вообще. Может это девочка красивая, ну это может так себе. Какая разница вообще? Главное, что она рядом со мной. Вот это вообще кул. Вообще это кул, вообще рифмовать, вообще заплетать или болтать, пить чай, отдыхать. Ну еще что-то в этой мире, в этом жизни делать, чтобы было все ништяк. Мир городу! Любовь всем вам! Писал в пис! Мир вашему дому! Все, 3 секунды прошло, я могу молчать только 3 секунды.